Подарили праздник и исполнили мечту. В преддверии Нового года депутаты Законодательного собрания Челябинской области Владимир Дрёмов и Вячеслав Евстигнеев приняли участие в акции «Снеговики-добряки» и осуществили желание детей, которые приехали в Магнитогорск из Северодонецка Луганской Народной Республики. Минуты радости с ними разделила и наша съемочная группа. Наталья с супругом и двумя детьми жили в Северодонецке. Еще год назад семья и подумать не могла, что жизнь заставит их покинуть родные места. От ужаса бежали, потому что обстрелы. Было страшно, ужасно. Ну, я не верила в то, что мы уедем живыми. А с собой мы собирались под обстрелом. Мы залетели в квартиру, я сняла с себя куртку, расстелила на диване. Вот так вот, что успела, кинула в куртку, и все, и уехали так. В настоящее время семья находится в пункте временного пребывания. Здесь же планируют встретить Новый год. 14-летняя Анастасия любит рисовать и читать классическую литературу. А еще верит в чудо и что заветные желания обязательно должны сбываться. Я написала письмо, и я захотела телефон. Ну, как и все дети, мечтают о телефоне, да. И учу, ну, чтобы на дистанционке можно было бы учиться хорошо. 13-летний Влад тоже пожелал смартфон. Говорит, чтобы учиться и записывать интересные видеоролики. Мечты обоих были исполнены. Добрыми волшебниками выступили депутаты Законодательного собрания Челябинской области Владимир Дрёмов и Вячеслав Евстигнеев. В очередной раз они приняли участие в акции «Снеговики-добряки» и осуществили детские желания. В каком-то смысле эта мечта и наша сбылась, потому что в акции мы участвуем не первый год. И каждый раз это такой сюрприз. Ты не знаешь, с кем ты встретишься, с кем ты познакомишься из ребятишек. И какое желание ты выполнишь, пожелание Деда Мороза. В этом году нам посчастливилось с Владимиром Владимировичем познакомиться с Настей и с Владиславом. И сделать подарок от Деда Мороза. Вот. И поэтому мы благодарны тем, что эта акция продолжается. Мечты должны сбываться, особенно детские. Мы рады, что приняли участие в этой акции. Второй год мы принимаем участие. И прежде всего, конечно, в эту акцию попадают дети, которые в сложной жизненной ситуации оказались. То есть мы уверены, что у этих детишек все будет хорошо. Ну и мы тоже как бы рады с Вячеславом Юрьевичем, то, что приложили свою руку к этому. В ответ семья поблагодарила гостей за приятный визит и подарки. Я хочу поблагодарить всех за мои мечты. Ольга Аникина, Аркадий Стариков, телекомпания ТВН.